повернулся спиной, сразу перешел. Привезли в борт. Ну, шайба Урочева. Орлов. Ну, это он, конечно, не придумал. И вот, наконец, забивает наше первое звено. Данил Собченко. 2-1. 7 минут до первого перерыва. Ну, в принципе, я ждал, что играть сегодня будет достаточно развеселый в плане запроса на сайт. То есть на ноль мы не отыграем, это было понятно. Ну, кое-что забьем. Давай отвечать. Забила у нас первую шайбу, звено, где играет Двуреченский, это звено номер 3. Да? Ты первый отличилась. Ну, а будь ты тренером, ты бы устроил соревнования? Почему бы нет на самом деле? Да, это вроде сбора макулатуры, я понимаю, но все равно это очень здорово, пост заводит еще и перспективы. Нет, безусловно, мотивация в таких вот матчах, она очень важна. Те же самые канадцы, вот забив вчера 6 шайб, они прекратили играть, да? То есть они уже потеряли интерес, да, в этом проблема.